Как толерантная корпорация, G-Gang просит вас не воспринимать трек серьезно. Мы же все любим немного прикол, да? Ха-ха, мемы, мы же всех знаем, Taylor, да? Эй, Дональд Трамп все еще рыжий? Jadex, fuck the beat. Ему было 15, когда он приехал в эту великую страну. Но когда ему исполнилось 16, он провел тут год. Он понял, что это не такая уж и великая страна. Все эти сказки о том, что Россия — это страна надежды и возможностей, были ложью. Это не США. Он был один, он остался один. Вместе со своими 47 братьями. 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. Что ты скажешь начальнику? Что ты скажешь братьям? Ведь надеюсь я, ты не будешь врать им. Твое сердце одиноко, ты нуждаешься в работе. На лицо тебе лет 40, а ведь ты еще так молод. Узбеку одиноко вдали от его дома. На родину вернется уже совсем он скоро. 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. В твоей хрущевке куча трэша. Вы живете там все своей семьей. Ты, сестры, братья, папа и, конечно, мама. Ох, я же не люблю твою маму. Твоя мама вроде бы как ангел, но ее имя сводит с ума меня. Что это вообще за имя такое? Фархунда Босова, что это такое? 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. 16 лет остался без зарплаты. Одинокий узбек и все его братья. Потерялся он на стройке среди темной ночи. И заменит его очередной рабочий. Ты ее встретил, свою девочку мечты. На работе, когда поливал цветы. И пускай в нашей майке куча пятен от горчицы. Но ты знаешь, что вместе вы свободны, будто птицы. Он больше не одинокий. Он узбек с большой буквы. Он больше не одинок. Этот узбек с нами навек. Я. Yeah.